исполняет Эрик Курмангали. Глинка. Иван Сусанин. Ария Вани из оперы «Иван Сусанин». Благополучие и хорошее воспитание параллельны. К примеру, если ты пьешь чай, обязательно вынь серебряную ложку из чашки и положи рядом на блюдце. Ложка ведь воткнется тебе в щеку, если не убрать ее. А это неудобно и некрасиво. И вот еще. Носовой платок всегда должен быть под рукой. И ни в коем случае он не должен быть сложенным. Это дурной тон, когда сложен. А платок должен быть скомкан. Вынул ты этот комок из редикюля или из муфты, и он уже готов, как раскрытый парашют. И ты кладешь его рядом на рояль и поешь.
Наивные и молодые думают, что черти странствуют с рогами, а дураки гремят погремушками. Они-то и будут всегда их добычей. Знаешь, что черти запрячут свои рога, и ты не будешь знать про их ятаганы. При видимой дружбе люди будут поступать с тобой, как луна. Будут показывать тебе только одну сторону, и перед тобой маска. Злые надевают ее всякий раз, когда им нужно произвести впечатление. И ты не видишь обратной стороны Луны. Жизнь учит остерегаться. Но Луна все же прекрасна. Погляди. Фильм-концерт. Вокальные параллели.